Главной высотой России назвали в войну Мамаев курган. В память о неслыханном героизме защитников Волги называют его так и сейчас. 19 апреля, в день Ленинского субботника, пришли сюда студенты, школьники, ветераны войны. Долгие годы ничего не росло на кургане, отравленном металлом. Люди вернули земле ее тепло. Молодые сильные руки залечили ее раны. На Мамаевом кургане 35-я мирная весна.